за этот канал МХТВ. Сейчас нахожусь в Южной Дакоте, еду в сторону Сиколса. И смотрите, какая у нас погода. Просто ливень с молнией. Я еду 60 миль в час. Все-таки на максимум цены. Дожди на Ливанове конкретно. Но в принципе это не удивительно, то есть весна у нас вот и Небраски, и Дюкрот, и Вай, и стало спокойно дождливо. Я понимаю, что вы в принципе ничего не увидите, кроме дождя и молнии. Но это как бы и есть, да, то есть, чтобы увидеть вообще, что у нас происходит. Дороги просто можно на этом кататься. Вот он на посылке, а не на машине. Вот. Ну что, всем пока. Счастливо.